Привет, вы на канале Небо, и сегодня мы будем делать бумажных павлинчиков. Для начала нам понадобится бумажный лист формата А4, ножницы обычные, и по возможности, если вам нужен будет карандаш. Сначала мы сложим лист бумаги, чтобы он был треугольной форме, вот так, просто загнуть уголочек полностью, чтобы он был вот так. Сейчас я это все обведу там, просто чтобы показать. Так, ну вот, должно быть ровно, я просто слегка наброшу, чтобы показать. Вот, примерно вот так. Линию можно не делать. Теперь вот эту вот полосочку мы отстригем. Все делаем аккуратненько. Мы ее отстригем. И у нас она останется. Ее мы отложим в сторону. Она не понадобится. Возьмем наш квадратный лист бумаги. И согнем вот эти вот углы. Вот так вот. Сейчас покажу. Мне просто никак больше. Вот. Так, в середине один и второй угол, чтобы с каждой стороны был вот такой вот. Так, если вы все сделали, возьмем. А должна вот получиться вот такая вот штучка. Если вы все сделали, то возьмите вот эти вот углы и отверните их вот так вот, чтобы угол с каждой стороны был возле другого. Вот, должно вот так вот примерно получиться. Теперь мы отогнем углы с другой стороны вот того же квадрата, только уже обратно. Вот так вот должно выйти. Теперь мы отогнем нос. Вот так вот должно выйти. Вот так вот надо отогнуть нос. Дальше мы опять отгибаем нос, только его уже надо немного отогнуть, и чтобы было вот так. Теперь мы берем, складываем павлинчика нашего пополам, выйдет такая вот фигурка. Дальше мы берем вот за нос и оттягиваем, придерживая крылья. Наш павлинчик готов. По возможности, если вы хотите, его можно раскрасить. Вы были на канале Небо, и с вами была я, Полина. Всем пока!